Salam əziz izləyicilər. Bu gün 5-ci sinif rus dili kitabından 1-ci paraqraf 1-2 izah olunacaq. Sizə izah edəcəm mən, Fez Tədris Mərkəzinin rus dili müəlliməsi Jalə Heydərova. Bizimlə əlaqə necə saxlaya bilərsiniz? 077 598 38 00 nömrə ilə. Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести. Вадим Шефнер. Притча о языке. Параграф 1. Однажды Ксам, это древнегреческий историк, пригласил гостей и попросил Эзопа, своего раба. Эзоп – известный древнегреческий поэт-баснописец. Приготовить обед. В первый день самый плохой, во второй день самый хороший. В первый день на первое, на второе и на третье Эзоп приготовил язык. «Почему ты подаешь одни языки?» – спросили Эзопа. «Не приказали приготовить самый плохой обед. А что может быть хуже языка? Только потому, что есть язык, мы огорчаем друг друга. Бранимся, хитрим и ссоримся. Язык делает людей врагами, разрушает города, даже целые государства. Он вносит в нашу жизнь горе и зло. Может ли быть что-нибудь хуже языка?» Во второй день Эзоп снова подал языки. Хозяин и гость изумились. «Мне велели приготовить самый хороший обед», — пояснил Эзоп. «При помощи языка мы изучаем науки и получаем знания, решаем различные вопросы, просим, приветствуем, миримся, выполняем просьбы, вдохновляем друг друга. При помощи языка строятся города, развивается культура. Думаю, что нет ничего лучше языка». Это была притча. А теперь подумаем и ответим на вопросы. Вы тоже, ребята, подумайте и ответьте. С помощью чего люди передают свои мысли и чувства? Конечно, вы догадались, что с помощью языка люди передают свои мысли и чувства. Почему баснописец Эзоп в одном случае говорит, что лучше языка нет ничего на свете, а в другом утверждает, что язык самое плохое? Как вы догадались, прочитав эту притчу, Эзопу было велено приготовить самое лучшее, что есть на свете, и самое худшее, что есть на свете. Самым худшим и самым лучшим оказался язык, потому что язык бывает плохим тогда, когда люди обижают друг друга, когда люди бранятся, хитрят, ссорятся, когда с помощью языка люди огорчают друг друга. И, конечно, он вносит, разрушает города и даже целые государства. Оно вносит в нашу жизнь горе и зло. Может ли быть что-нибудь хуже языка? А в другом случае он утверждает, что самое лучшее, что есть на свете, это язык. И даже объясняет: при помощи языка мы изучаем науки и получаем знания, решаем различные вопросы. Просим, приветствуем, миримся, выполняем просьбы, вдохновляем друг друга. При помощи языка строятся города, развивается культура. Думаю, что нет ничего лучше языка. Вот здесь показывается, что в этом случае, что нет ничего лучше языка. Это был ответ на второй вопрос. Третьим вопросом является, какой вывод можно сделать о языке, исходя из прочитанного текста? Выводы могут быть разные, но вы все согласитесь, что вывод можно сделать одним, что языком можно кого-то спасти, а можно языком кого-то разрушить. То есть языком можно кого-то обидеть. Язык может разрушить города, разрушить культуру, разрушить города, государства даже целые. Или наоборот, оно может спасти кого-то. Языком можно выполнять различные просьбы, вдохновлять друг друга, просить что-то, приветствовать, мириться и решать различные вопросы. А самое главное, мы получаем знания и изучаем новые науки. Это все благодаря языку. В каком значении употреблять слово «язык» в тексте? Как вы догадались, здесь слово «язык» воспринимается и понимается как речь, то есть и как слово понимается, и как речь понимается. То есть одним словом можно кого-то обидеть, одним словом можно причинить кому-то горе или зло.
И как речь, потому что речью тоже, когда человек не владеет очень хорошо, он может, его могут неправильно понять, это тоже может привести к нехорошим последствиям. Могут начаться споры, могут ссориться люди. Все из-за того, что они нехорошо высказали, не до конца договорили свою мысль или речь. Это все тоже подразумевается как язык. Значит, в каком значении придет слово «язык»? Мы сказали, это может быть как речь, язык – речь, как мысль, язык – мысль, мысль. И язык может восприниматься и пониматься нами как слово. То есть язык – это приравняется все слово. Слово. Слово можно обидеть, как было в эпиграфе. Слово можно спасти. Слово можно полки за собой повести. И последний вопрос, пятый вопрос. Для чего служит язык? Как вы знаете и используете язык, основной функцией языка является общение. То есть благодаря языку люди общаются друг с другом, узнают что-то новое, развиваются, возникает дружба. Не зря мы изучаем какие-либо языки, чтобы нас правильно понимали, и мы их правильно понимали говорящего. То есть язык в оригинале, чтобы понимался. Поэтому нужно очень хорошо владеть языком. Надо очень хорошо знать свой родной язык и, конечно же, знать многие другие иностранные языки. Это может быть и русский, и английский, и другие иностранные языки. Значит, основной функцией, для чего служит язык, это, конечно же, для общения и коммуникации. Функция языка – это общение, деление информацией. Второе задание. Прочитайте пословицы, объясните их значение. Подберите синоним к выделенному слову. Запиши по памяти понравившиеся вам пословицы. Можете записать в своих тетрадях понравившиеся вам пословицы. А сейчас мы прочитаем первую пословицу. «Язык острее меча» – это азербайджанская пословица. Здесь, как вы увидели, язык, оно выделено. Нам нужно подобрать синоним. Синоним к слову «язык» здесь будет речь, то есть язык острее меча. То есть речь человека может быть острее даже меча, может обидеть или наоборот сказать горькую правду, чем горькую правду сказать, чем сладкий мед. Здесь язык функции, как мы сказали, речь. Язык, он синоним речь. Вторая пословица. Слово не стрела, а сердце не звит. Русская пословица. То есть здесь, то есть язык, мы знаем, синоним, есть несколько синонимов у слова языка. Одним из них является слово. Слово не стрела, а сердце звит. То есть язык можно заменить слово языком. Что языком, то есть со словом нужно обращаться бережно, нужно говорить красивые слова, нужно стараться извлекать самое лучшее, что из этих слов, его самые лучшие значения, и сделать приятным кому-то. То есть это все благодаря добрым словам, вежливым словам. Третья пословица. От хорошего слова миру светло. Это туркменская пословица. Как вы сами догадались, и вы, наверное, сами замечали, вы любите, когда вас хвалят родители, когда вас учительница на уроке хвалит после хорошо написанного диктанта или хорошо сделанной БСУ или МСУ. После всех этих работ, очень трудных контрольных работ, учительница вас хвалит. Это хорошее слово «миру светло». Вам приятно становится, и учителю приятно, что вы хорошо написали эти работы. Родители вами гордятся и довольны. И вы счастливы, что могли что-то сделать кому-то. То есть от хорошего слова «миру светло». Четвертая пословица. От приятных слов язык не отсохнет. Здесь тоже аналогично, как третья пословица. То есть чем больше человек говорит приятных слов, это, наверное, будет лучше. И язык не отсохнет. То есть это плохо, когда язык отсыхает,
А вот приятные слова слышать и говорить – это очень полезно. И человеку приятно, кто говорит, и приятно тому, кто слушает, то есть получает эту информацию. Это бенгальская пословица была. И пятая пословица – язык камни рушит. Остинская пословица. То есть слово, язык, слово, речь может обладать такой силой, о которой вы даже не замечали. О такой силе можно лишь помечтать. Это такое волшебное значение имеет слово. Вы, наверное, не раз встречали, не раз читали, знакомились с текстом, как есть такие волшебные слова, как «пожалуйста», «спасибо», «извините». Эти все слова, волшебные слова, которые могут разрушить не одни камни. Это была осетинская пословица. Следующее наше задание – это третье задание. Как вы понимаете слова из стихотворения Вадима Шефнера, которые даются в эпиграфе? Наверное, вы не знаете, но эпиграф – это цитата, которая помещается перед произведением или его частью, которая поясняется его идею. А здесь нашим эпиграфом было какое? Было слова Вадима Шафнера. Он писал: «Слово можно убить, слово можно спасти, слово можно полки с собой повести». Вадим Шефнер. А как вы понимаете? Вы, наверное, знаете, что вот одно слово, и оно может изменить немало жизней, изменить в худшую сторону или в лучшую сторону. И поэтому здесь слово, вот сила слова. То есть слово можно кого-то убить, то есть обидеть очень сильно, то есть ранить его сердце, обидеть, то есть убить дословно, то есть в переносном смысле. И слово можно спасти, наоборот, вот одно слово, и это кого-то спасло, можно спасти кого-то. И слово можно полки за собой повести, то есть настолько мотивированная речь, то есть речь, которая ведет с собой полки, как в нашем 44-дневном сражении, в бою, президент не раз говорил, что мы эта сила, то есть сила кулака настолько сильна, что за собой можно полки с собой вести. То есть это тоже очень важно. То есть сила слова, сила речи – это очень важно. И вы не раз еще в своей жизни столкнетесь с этим, что сила слова – это очень важно действительно в жизни. От одного слова можно кого-то убить, или можно спасти, или можно полки с собой повести. Это все одним словом. Поэтому, еще раз говорю, очень бережливо относитесь к своему слову, к своей речи. Старайтесь говорить красиво, выразительно и говорить правильно. Потому что правильная речь – это тоже красивая речь. Она очень приятно тому, кто слушает вас, и вам самим приятно, что вас правильно понимают. Вы не коверкаете язык, вы не делаете речевых ошибок, и ваша речь, как музыка, плавно звучит, красиво поет. Это очень важно в жизни. Четвертый вопрос. Прочитайте текст, запишите своими словами информацию, которую вы хотели бы для себя выделить. Мы сейчас прочитаем этот текст, и вы можете для себя важные для вас моменты записать. Русский язык – один из богатейших языков мира. Константин Паустовский. Подчеркивая богатство русского языка, писал, что для всего, что существует в природе, в русском языке есть великое множество хороших слов и названий. В словаре современного русского литературного языка, который состоит из 17 томов, насчитывается 120 480 слов. Это далеко не все слова. Русский язык, как и другие языки мира, все время развивается, обогащается новыми словами. Здесь много интересной информации, многое для вас новое, а некоторые вы, может, знали. Вы можете записать своими словами эту полученную информацию. Пятый вопрос. Пятое упражнение. Определите, в каких значениях употреблены слова «язык» и «речь» в следующих словосочетаниях. Значит, наше словосочетание. Азербайджанские и русские языки, язык животных, молоть языком,
Владеть речью – устная письменная речь, умная речь. Как вы поняли, здесь идет, можно подобрать синонимы к слову «язык». Азербайджанский и русский языки. То есть это язык общения, то есть международный язык, понятие «язык». Язык животных. Это, наверное, вы знаете, что есть еще такое понятие, как язык животных. Это могут быть и жесты, и издавание каких-либо звуков. Например, собака кавкает, кошки мяукают, собаки и кошки такие звуки издают. Но коровы мычат, например, и другие животные, то есть волки, например, воют. У каждого животных, то есть каждый раздел животных, подразделение их семейства, они между собой общаются на своем языке, то есть это называется языком животных. Молоть языком, то есть молоть языком – это фразеологизм. И значение дает молоть языком, то есть болтать. Молоть языком, то есть пустые обещания давать и в то же время болтать. Молоть языком. Владеть речью. Здесь владеть речью, то есть говорить красиво, а владеть речью, это имеется в виду. То есть речь, когда кто-либо выступает и говорится, что он владеет речью. То есть здесь значение речь в таком значении, как языком. То есть он знает, например, азербайджанский язык или русский язык, значит, он владеет речью. Он знает этот язык. Здесь речь, значит, синонимично слово «язык». Владеть речью. Устная письменная речь. Как вы догадались, вот я сейчас говорю, это моя устная речь идет. И вы меня слушаете, это устная речь. Но если я вот записала, если я пишу, если это где-то информация записана, и вы тоже пишете, то это письменная речь идет. И речь делится на устную и письменную речь. Например, то, что я сейчас сказала, если мы напишем где-то, это будет письменная речь. А если это не фиксировано где-то, не зафиксировали где-либо, то это называется устная речь. То есть не имеет каких-либо доказательств, остается лишь устной речью. Умная речь. Умная речь тоже здесь. Мы знаем, каждый человек что-либо говорит, кто-то интересно говорит, кто-то неинтересно говорит, кто-то говорит умные вещи, то есть интересные вещи, затрагивает такие проблемы, которые очень актуальны и очень важны. Наверное, среди ваших одноклассников есть такие ребята, которые любят говорить умные речи и красиво выражаются, и хорошо изъясняют свою мысль. Это называется умная речь. То есть они владеют словом, языком и хотят поделиться с вами интересной информацией. То есть это называется умная речь. Второй параграф. Первый параграф «Притча языке» мы обсудили, мы анализ сделали и все задания. Второй параграф «Язык и речь». Мы рассмотрим первый вопрос. Первое упражнение. Рассмотрите кластер, приведите примеры устного и письменного общения. Давайте посмотрим кластер. Значит, здесь идет общение. Здесь общение делится на устное и письменное общение бывает. Устное общение – это говорение и слушание, то есть кто-то говорит, а другой человек слушает. И письменное, в свою очередь, подразделяется на письмо и чтение. Это называется письменное общение. Примеры можно привести. Например, устное вот говорение, например, беседуют два одноклассника перед уроком, обсуждают эту тему, вот язык и речь. Они ведут устную речь, то есть они говорят, обсуждают, это устная речь идет. И слушание. Один из них идет, присоединяется к этой беседе, еще один их одноклассник, и он слушает это. Потом он может добавить свою мысль, но он слушатель, то есть он слушает. Устная речь. В устной речи бывает один говоритель, другой слушатель. Письменная. Письменная речь, письмо. Два человека пишут друг другу письмо. Сейчас в современном виде это в электронной почте можно получить письма. Это могут быть какие-то
домашние задания, например, вам учитель отправляет по почте или на телефоне отправляет. То есть письмо вы получаете, и там написано задание, там указано, что вы должны сделать. Это письменная речь. Вот я сейчас напишу письмо, например, «Здравствуй, дорогой пятиклассник. Надеюсь, у тебя нет проблем с учебой». Надеюсь, если мы сможем написать. Здравствуй, дорогой пятиклассник. Дорогой. Пятиклассник. Пятиклассник. Это письмо я, например, написала, это введение к письму, то есть это начало текста. Здравствуй, дорогой пятиклассник. Это письмо, письменная речь и чтение. Вот вы, я написала это письмо, а вы читаете, то есть это письменная речь. Здравствуй, дорогой пятиклассник, то есть обращается к вам. Второе упражнение. Рассмотрите рисунки, составьте по ним предложения и запишите их. Наверное, вы это сделаете дома сами. Рассмотрите рисунки и составьте по ним предложения, запишите их. Два примера я вам здесь напишу, а другие вы сами можете у себя сделать дома. Что мы видим на рисунке? На первом рисунке мы видим, что общаются два друга или два товарища, могут две коллеги общаться, или старые одноклассники. А во втором мы видим, что двое молодых людей работают за компьютером, они очень что-то там делают. Подготовка какого-то слайда может быть, или, например, ищут домашнее задание, которое нужно сделать по информатике, например. Угу. В первом рисунке, значит, можем сказать, два друга беседуют. А по второму рисунку можем сказать, что двое одноклассников ищут домашнее задание по информатике. Давайте напишем. Двое одноклассников ищут домашнее задание по информатике. А в первом рассмотрим рисунок, как мы сказали. Друзья беседуют в ресторане. Друзья беседуют в ресторане. Третий текст. Прочитайте отрывок из книги Николая Носова «Телефон. По ролям», используя мимику и жесты. Как по-вашему, почему между мальчиками разговор не состоялся? Что нужно для умения общаться? Умеете ли вы общаться? Давайте прочитаем. Я взял трубку. Алло, алло, слышно. Слышно. Давай разговаривать. Давай. О чем разговаривать? Ну, о чем-нибудь. Хорошо, что мы купили телефон. Правда? Правда.
Вот если бы не купили, было бы плохо, правда? Правда. Ну, что ну? Чего ж ты не разговариваешь? А ты почему не разговариваешь? Да я не знаю, о чем разговаривать, говорит Мишка. Это всегда так бывает. Когда надо разговаривать, так не знаешь, о чем разговаривать. А когда не надо разговаривать, так разговариваешь. Как вы поняли, что двое друзей купили телефон, и они хотят разговаривать по телефону. Но у них не состоялся разговор. Как вы думаете, почему? Наверное, первое, как вы догадались, они не знали, о чем говорить. Ведь и язык, и их речь не связывалась. То есть, алло, алло, слышно? Слышно. Давай разговаривать? Давай, о чем разговаривать? Ну, о чем-нибудь. Хорошо, что мы купили телефон, правда? Правда. То есть, идет повторение в речи. Значит, первое, чтобы состоялся какой-либо разговор, общение, нужно что? Нужно, чтобы было первое, тема общения, была тема. Тема. Второе. Оба собеседника должны быть готовы, то есть готовая речь, то есть нужно готовиться. Тема должна быть, нужно готовиться. Готовиться к общению. И третье. Нужно уметь выслушать, то есть нужно уметь выслушивать кого-то, то есть нужно обладать таким даром, когда кто-то говорит, вот терпеливо его слушать, то есть умение слушать, вот умение слушать. Умение слушать чужую речь. Вот эти три качества, три необходимо самые важные для какого-либо общения, то есть умение общаться. Нужна тема для общения должна быть, нужно готовиться к общению. И третье, умение слушать чужую речь. Это очень важно. То есть нужно не перебивать чужую речь. И четвертое. Представьте себе, что вы общаетесь с иностранцем, язык которого не знаете. Разыграйте в классе такую сценку, выберите для этого тему общения, используйте ли вы при этом жесты и мимику, чтобы понять друг друга. И пятое упражнение. Рассмотрите рисунки, определите, что обозначает каждый из них. Можно ли с помощью жестов и мимики передать слова? Как вы думаете, можно? Вот как вы видите, фотографии. На картинке парни и мальчика, первые глаза удивленные и радостные, то есть радостные глаза. Он радуется, и по его глазам чувствуется, что он кого-то очень рад видеть. Во втором, наоборот, он грустный, он не хочет, хочет кричать, он хочет заплакать. В третьем уже огорчился. Недоволен чем-то, огорчился и очень расстроился. Четвертое. Очень довольный, очень счастливый. И в пятом тоже улыбка души, как говорится, очень радостный, веселый. Эмоции разные передаются. Дискуссия. Дискуссия – это спор, обсуждение какого-нибудь вопроса, проблемы. Следующую тему мы продолжим на следующем уроке. На этом все на сегодня. Еще раз вы можете связаться по телефону, который я говорила в начале. Наши номера. Наш номер 077-598-3800. С вами была Жаля Гейдарова, учитель русского языка. Фэс Тэрдис Мэркэзи. Чок салон хэрбэрниз. Тэшэккюр эдрэм. Bizimlə əlaqə yenidə saxlaya bilərsiniz 077-598-38-00 nömrə ilə. Rə yazmağı və bizim yeni dərslərə qoşulmağı unutmayın. Hələlik, sağ olun.